Привет. Приветствую. Всем привет. Варюшка, привет. Привет, дорогая. Ты с Катей не смотришься. Очень приятно такое мнение слышать тоже. Привет, 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 привет. Чего не спишь? Я выехал за периметр. Варюш, у меня все хорошо. Спасибо. Как у тебя дела? Расскажи мне. Итак, ребят, я выехал за периметр, съел сосиску в тесте, выпил чая. Сейчас дождусь друга и поеду обратно на поляну. Лиса и волк, да, но она говорит, что кот, а я волк в кошачьей шкуре. Волк в кошачьей шкуре просто. Отпраздновали день рождения сегодня, и я заболела. Ой, Варюш, у тебя сегодня день рождения было, поздравляю тебя большое. Привет, сегодня чистила тело от фоток, нашла несколько интересных фоток и видео с тобой. Всякое бывает. Варя, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего. Ясмина, какая ты интересная девушка, находчивая. Я, Варюш, ты знаешь, я на самом деле не помню дни рождения. Вот у меня скоро у Даньки день рождения, поэтому я... Привет, давай тебе съемку сделаем. А что за съемка, мне интересно? С Катей все хорошо, не переживайте. Амира, привет от Сережи. Сержик. Серго. Сережа, Серго, Серый, Серхио. Так, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю, где мой друг. А насчет съемки с Катей, maybe, да, круто было. На самом деле я мог бы подобрать пару стилей и выбрать локацию, и было бы крутые, получились бы крутые снимки. Спасибо. Глаза реально как у кота. Косяки курить со Snoop Dogg'ом. Вот какая съемка. Нет, деда выгонять не надо. Завтра хотят... Я вам такой инсайт небольшой дам. Завтра хотят выгнать Диму Дмитриенко. Но мне Димку жалко, честно. Я не буду голосовать против Димы. Голосуйте против Адеева. Илюшка сегодня бил плафоны. Тот, который голосовал против меня, на секундочку. Тот, который, типа, мой приятель, друг. Тамила, спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно, честно говоря. Очень приятно.
Лошара Безус на поляне. Я цитирую просто, ребят, я просто цитирую. Безус на самом деле нормальный тип, очень такой харизматичный. Баженов против меня голосовал, да. Вот такие дела. А я, в свою очередь, вот так вот по-простому к нему, в свою очередь, отношусь. А ты где? Я на улице. Метро... Сейчас как это называется? Метро... забыл. Хорошо, Сыркова обязательно. Какие сиги куришь, Мальборо? Лизы каблук Баженов. Замечательный друг, к сожалению. Я бы не сказал. Капец, какой он после этого друг. Это не друг, гонит этих друзей. Ну, знаете, да, я как бы зла не держу. Я понимаю, что он сильно держится за Лизу, поэтому пускай живет пацан... Может быть, добьется успеха. Я сильно за него держу кулачки. А вот и Катюха. Катя, привет. Не пали контору, мусора спалят. Чего? Не знаю, о чем речь идет. Ждем тебя в гости, приезжай, как будет время. Обязательно, Варюш, приеду. Приедем вместе с Катюхой, возможно. То что за тема? Зачем друга повезешь на поляну? Нет, я друга не повезу на поляну. Я встречусь с ним, и все. И... Адеев слишком расстроен. Просто, что у него нет пары. Вот. И он хочет любви, хочет нормальных отношений. Катюх, выходи в прямой эфир, пожалуйста. Пожалуйста. Давай вместе вещать.